Давай пока синий. Это прикинь, сейчас вот этот полковник. Он туда. Вот туда. Ой, я вылез туда. Они еще разделяются. Ну, одна часть пошла на ту сторону. Да, дождь с утра прошел, не испугал людей. Это 100% самый крупный городской неалкогольный праздник. Да, в общем-то, сомневаюсь, что на Новый год такое количество людей на площади Свободы собирается. Да, это с учетом того, что с утра прошел приличненький дождик, и наверняка кого-то отпугнул. Велосипед звучит как у меня. Велодень в этом году называется маскарад, но в принципе на каждый велодень люди приходят в довольно забавных костюмах.
Город перекрыли. Трассы перекрыли. На прошлый его день собиралось более 10 тысяч, в этот раз, наверное, еще побольше. Удлинили трассу почти 10 километров, потому как получалось, когда голова колонны уже заезжала обратно на площадь, хвост колонны еще не выезжал с площади Свободы. Но сегодняшней трассы должно хватить. Да, велостолица. 100%. Харьков не только первая столица Украины с 17 по 34 год, но и первая велостолица. Видишь?
стою на вот этом бордюре, понимаешь? Что международный праздник, то международный. Да не хочу, я тут уже. Да. Канадские флаги здесь видны были. Велопочта. В самом хвосте колонны. Показали. Все, бегу. Ну, практически все. Пошел я присоединяться. Поехал. Да, там британский флаг. Не то чтобы скоро, но забавная медицинская помощь.